Давайте же выпьем кофейку наконец-то. Не изменяем традициям, обязательно мимо чашки. Даже на природе мне написали комментарии, когда я наливала из турки кофе себе в чашку и снимала одновременно видео. Девушка пишет, и здесь она не изменила традициям, привычкам, пролила мимо чашки. Правда, у меня всю дорогу, не знаю, наверное, это какая-нибудь примета, буду сказочно богатая, да? Приятного кофепития, дорогие мои. Да, и еще одна девушка мне написала, это каждый день, это маленькая радость. Вот этот вот глоток кофе, это маленькая радость. Так оно и есть. Каждый день это маленькая вкусная радость с утра. Кайф. Просто кайф. Горячеватый добавлю-ка я еще. Молочишко. Все, я пошла на балкон релаксировать. Посижу чуть-чуть, может, книжку дочитаю. Там чуть-чуть осталось. Всю дорогу боюсь уснуть, ну а что делать? Там осталось страниц сколько? Да не знаю, может, 50, может, 100. Немного. Но их же надо дочитать. Честно говоря, я уже устала. Вот это как, знаете, бывают собеседники, которые долго что-то рассказывают. Долго и неинтересно. Вот Люся Лютикова. Первую страницу открываешь книги, и все, ты провалился. Смотришь уже последнее и думаешь, господи, как она быстро закончилась. Что же делать дальше, как дальше жить, что читать, понимаете? А тут ты открыл первую страницу и думаешь, так, я уже четвертый час читаю, сколько я прочитал? А ты, оказывается, все еще на первой странице, потому что это настолько нудно, долго и невозможно, что я просто не знаю. Ладно, пойдемте, дочитаем все же. Сделаем это. А нет... Кофе попьем, приготовим овощную рагу, а потом уже будем дочитывать. А то ты глянь, я уже кабачки почистила, у меня были кабачки с холодильника, 3 штуки, я их почистила, как-то они мне показались староватыми, в плане вот кожура такая, знаете, порепанная, я ее убрала, кабачки готовы, и это надо все приготовить. Все, кофе пьем и готовим.